Очередным ярким спектаклем порадовали биробиджанских зрителей артисты Народного еврейского драматического театра «Кагилет». В прошлом году творческий коллектив отметил 20-летие со дня основания театра, и было решено поставить спектакль, который лучше всего подходил бы к этой юбилейной дате. Выбор пал на комедийную пьесу «Мазл Тов» Аси Котляр. Действие происходит в небольшом местечке, где еврейская мама пытается найти достойную пару для своего любимого сына. По замыслу режиссера, актеры играют свои роли в гротеске с большой долей преувеличения. Поначалу казалось, что, чересчур уже, слишком. А потом пришли коллективом к выводу, что все-таки в наше такое серьезное время, когда у нас в информационном пространстве очень серьезные темы обсуждаются, наверное, будет полезно прийти зрителю от души насмеяться и просто хорошо провести время. Эта идея творческого коллектива «Кагилета» была успешно реализована, о чем свидетельствовали бурные аплодисменты зрителей. Еврейский юмор и яркая игра актеров надолго зарядили гостей спектакля отличным настроением. Никита Натапов, Павел Славин, Новости 21.